Вы смотрите обзор товара насос дренажный для чистой воды 7000 Classic, Гордына. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Иногда вода может появиться там, где ее не должно быть, например, в подвале или возле стиральной машины, либо вам необходимо просто откачать или перекачать воду. Насос дренажный 7000 Classic Гордына идеально подходит для быстрой перекачки чистой или слегка загрязненной воды с диаметром загрязняющих частиц до 5 мм. Поворотные ножки насоса позволяют откачивание воды до минимального остаточного уровня в 1 мм, то есть практически досуха. Благодаря наличию силового кабеля длиной 10 метров, практичный и надежный шланг может использоваться для выполнения различных задач даже на очень большой глубине. Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение и выключение насоса. Изменяя положение кабеля в фиксаторе, можно регулировать уровни включения и выключения с помощью поплавкового выключателя. Дополнительно подключаемый механизм позволяет при необходимости легко перейти на постоянное ручное управление. Надежный корпус насоса, выполненный из укрепленного стекловолокном пластика, износостойкое рабочее колесо насоса и малошумный, не требующий технического обслуживания конденсаторный двигатель с термовыключителем для защиты от перегрузок, гарантируют длительный срок эксплуатации насоса. Наличие универсального соединителя позволяет подключать к насосу шланг диаметром 13 мм, 1/2 дюйма 16 мм, 5/8 дюйма 19 мм, 3/4 дюйма 25 мм, 1 дюйма и 38 мм, 1/1/2 дюйма. Надежный и мощный. Универсальная модель для перекачивания и выкачивания грязной воды с диаметром частиц от 5 до 38 мм. Удобство эксплуатации. Для удобства управления предусмотрен регулируемый поплавковый выключатель, который автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Уровни включения и выключения с помощью поплавкового выключателя регулируются путем изменения положения кабеля в фиксаторе. Возможность постоянного ручного управления. Простое переключение на режим постоянного ручного управления. Просто подключите поплавковый выключатель к соответствующему устройству насоса. Подключение с учетом различных требований. Наличие универсального соединителя позволяет использовать шланги диаметром от 13 мм, 1/2 дюйма до 38 мм, 1/1/2 дюйма. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.